Наказание за незаконное участие госслужащих в бизнесе планируют ужесточить. Такие изменения в законодательство предложены агентством по противодействию коррупции. Документ размещен на портале «Открытая НПА». Ранее чиновникам за предпринимательскую деятельность грозило наказание в виде штрафа в размере 1000 МРП, либо 400 часов общественных работ или ограничение свободы до 1 года. Теперь же предлагается в 3 раза увеличить штраф и срок ограничения свободы, в 2 раза количество часов общественных работ. Для лиц, которые занимают ответственную государственную должность, за незаконное участие в бизнесе наказание может составить до 5000 МРП штрафа, до 1200 часов общественных работ, либо ограничение свободы на срок до 5 лет. Также может вырасти наказание для занимающих ответственную государственную должность в правоохранительных органах – 6000 МРП штрафа, либо ограничение свободы на срок до 6 лет.